Мы находимся в магазине Office Depot. Это такой как бы канцтовары, я бы на русский язык так перевел. Но это большой магазин, и он, с одной стороны, там для граждан, а с другой стороны, для малого бизнеса. Там очень много чего. Вот я взял сертификаты, которые мне нужны для студентов. Вот такие, значит, постеры, да? И вот это вот у нас доску вытирать. Это у нас что-то перепачкано. Мне ребята говорят, что доску пачкают. И вот я сейчас нахожусь в том разделе, где как раз ручки и вот всякие рисовальные инструменты для доски. Вот те, кто у доски работает, те знают, как это все здорово. Они разноцветные, в самых разных наборах и так далее. А здесь и компьютеры есть. Я вот сейчас возьму себе мониторчик, а то у нас старенькие, они стали портиться, нужен мониторчик. Мы уже особо не пользуемся практически вот этим, но когда-то очень много мы делали дисков, прожигали сами. Вот вы видите здесь, сколько там в пачке, наверное, сотня. За 32, там 33, 25, 40, 50, в зависимости от качества. А вот за $70 монитор, я сейчас его приберу, он стоит на клиренсе, так он стоил подороже, там $100. Ну, а нам, собственно, вот такой вполне сгодится. А вот тут целый мир есть всяких фолдеров красивых, папочек кожаных, дермантиновых, там для бизнес-целей, побольше, поменьше, сумки, портфели, ну, много всего. Календари, ежедневники, блокноты по бизнесу на год, на несколько лет. Staplers, да? Эти цветастые такие кнопочки, пинс так называемые, на стенку вешать. Бумажки. Календари. Вообще настольные. Вообще в Америке магазин Office Depot очень-очень популярный. Все в нем что-то покупают. Бывает все для детей, для школы, бывает для бизнеса, для дома. А это стандартные бизнес-документы, всевозможные, так в наборах. Там соглашение на лиз, на рент, там, и так далее. Мы здесь покупаем, вот вы видите, вот эти вот бухгалтерские money, receipt или rent books. То есть бизнесу положено документировать получение денег. Вот все вот эти формы, бланки здесь тоже продают. Кресло. Здесь их много-много, я не знаю, я думаю, что, наверное, целая сотня, если так на них смотреть. Много-много кресел. Некоторое количество есть мебели, такой офисные вот столы, всевозможные компьютерные станции. И даже такие вещи, как кофе или там водичка, вот мы сейчас мимо водички проходим, там коробки для файлов. Вот так вот все это выглядит. Мазилки, клей, всевозможные доски, побольше, поменьше. Или вот такие для митингов. Такая доска, вот там эти листочки можно отрывать по ходу дела. Пишешь на одном, пишешь на другом, отрываешь. Такие. Кофейный такой раздел. Тут и кофе, и чай, и вот там гарбич, и для мытья. Там в офисах люди пользуются. И посуду помыть, и раковину бывает. У нас в офисе это как бы такое обычное дело. Студентов много, все пьют чай. Там мочалочки там для мытья. Я высматриваю, нет ли здесь такого мыла для посуды, как мы пользуемся, но здесь нет. Мимо Office Depot не пройдешь, когда тебе нужны всевозможные лейблы, когда тебе нужны самые разные виды бумаги, и блокноты, и так называемые вот эти пэды, writing pads для офисов. Я тут сейчас так вдоль стеночки снимаю. И очень много видов бумаги, специальные бумаги для сертификатов, для резюме. Вот давайте я вам покажу для резюме. Вот смотрите, слева. Вот они пошли. Эти вот очень красивые. Это не только для резюме, но их используют для резюме. Они достаточно дорогие на самом деле тут, в общем-то.
так, когда красиво оформляют какие-то предложения. А вот буквально резюме. Вот эти красненькие пошли. Это буквально вот резюме paper. Тоже, видите, там за 18 долларов. Она более плотная, за 100 листочков. 18 долларов за 100 листочков. Она плотненькая, она красивенькая. Там самых разных оттенков, с водяными знаками бывает. И так далее. Вот здесь целый рай этого всего. И для детей, и для школы. А это перед вами такая тележка для инвалидов. Они могут сесть и ездить по магазину и собирать там корзинку, что им нужно. А это вот моя карточка на бизнес, на наш, из магазина. То есть я не деньгами расплачиваюсь, а карточка. Нам потом раз в месяц присылают счет. Вот так выглядит магазин снаружи. Там люди заходят. Тут работники помогают покупателям загрузиться в машину.